красота какая. Света солнечного не видно. Гора белая. Тики-токарь. С нами сегодня Женя. Давай, нас встретила. Палки надо вот так вот. Ну у нас только 4 палки. Второй. О, крыша еще. Да пусть Сашка подснимет сначала. Снимай туда, танчи. Да подожди, так вот. Вот так. О, люк здесь какой. Раз. Ок. Прикольно, да? Раз. Два. Раз. Два. Бобзакова-то не видел, что ли? Бобзакова нету там же. Была такая же. Была такая же. Да, тут сказали все, приехали уже. Ноги снимайте. Или смотри, куда все коклы идут. Туда. Давай, поедем. Направо или налево? Направо. Налево. Я уже знаю. Света, ух, погода! Благодать какая! Лед вообще. Не знаю, что дальше там будет. Снег валит. Что, Женя, готов? Спустились по левой и вот по этой правой. Дима, расскажи. Левая для школьников? Да, вообще учебная левая. Просто толкаться везде нужно. По правой более-менее можно. Ну там сейчас... один только склон резкий. Да, сейчас и... поедем на спортивную, посмотрим, что там. Вот там где-то, вот там еще правее. Да. Ну что, Колян, понравилось? Круто. Улыбается. Дети счастливые. Да, папа, а папа? Хорошо. Надо побыстрее. А Юля? Да. Димон? Класс. Ну, Сергея Батьковича нету, он ушел по неопределенным делам. Готовится к спуску. Вот так вот, смотри. И разворот. Так, Юля, покажи. Попробуй. Помоги, это Дима. Не... Дима, помоги просто. Ногу подержи. Не, надо самой. В другую сторону. Нет, в другую сторону. Разворачивай. Вот. Так, вот. Оп. Оп. И вторую ногу поставляй. Оп. Все. Все. Ну-ка, повтори еще раз. Повторение, мать учения. Давай. Вы выше ставь, повыше. Вот так вот. Ага. Вот так вот. Вот. Трасса номер 3, по которой мы поехали. Какое-то экстремальное. С горами. С лесами, не знаю, банда едет через какую-то сетку, затянули нас. Проверяем все трассы. Гора Белая. Смотрите, какие виды. Куда едем-то? Говорят, здесь крутой. Вообще очень мягенький, рекомендую. Что кабинки по сравнению. Где мы ездили? На Банном? Абзакова. Абзакова, там вообще трэш, дерганые какие-то. Здесь вообще кабинки хорошие. Это бугель. Все мое родное. Да, все мое родное. Красота. И елочки красивые. И елочки, здесь вообще красота. Здесь когда, наверное, солнышко уходит, и такой морозный день, сейчас минус 2 показывает, и снежок уже прекратился практически. Ну, наверное, когда с ней красота здесь, просто красиво, когда солнышко. Это номер 4 без названия. Гора Белая. Говорят, экстремальный, опасный знак.
Полетели! Вот дети как летают, смотрите. И папа за ними. Пипец, блядь. Торможу. Смотрите, какая вокруг красота. На адреналине вообще супер. Смотрите. Фу! Учитесь, дети, как надо кататься. Сейчас я следом за ними также поеду. Тренировочка. Сережа, показывай. Не получилось с первого раза. О! Вот так надо. Раз. И поехал обратно. Ну, а в обратную сторону. Так вот у Сереги. Сережа, еще раз. Вот уже получается. На обед. А обед по расписанию. Ух. Обеда вышло солнце, сейчас немножечко опять. Красота какая. Вот так бывает. До обеда снег шел. После обеда солнышко, сейчас опять точно. Давай два раза еще. Полчаса осталось. Давай сюда и туда потом.